Друзья, дебоширит там цыплята. Я не знаю, сколько там их штук. Прошло 2 часа, 21 сутки инкубации. Вот этих вот замечательных 10 цыпляток у меня вылупились на 20 сутки. Вот. А сколько вылупится на 21, мы посмотрим, друзья. Итак, давайте подглянем. Что там у нас делается? Я не думаю, что там все вылупились, но несколько штук, наверное, а может и больше. Сейчас посмотрим, сейчас я крышку сниму. А вот они, мои красавчики. Вот они мне тут и пищат. Смотрите, друзья, 2 штука. 2 штука. Еще тут чем порадуете? Эсочка. Опять эсочка, да, друзья? Одни эсочки мне вылупляются. А ну, а здесь что? Ага, эмочка. Вот вам и эмочка. Да? Давай, малышня, давай. Пойдем, пойдем, чтобы вы мне тут яйца не раскатывали, да? Сейчас ночь, друзья, так. Хотела посмотреть пузико. Пузико, пузико. А вот такое пузико у нас. Замечательное пузико. Ну, давайте этого посмотрим. Да. Все хорошо, малыш. Идем. Идем ко всем в коробочку. Цыпком. Пошли, пошли, мои хорошие. Вот так вот. Идите, идите. Принимайте пополнение. Малыши, не обижайте только их, хорошо? Так, ну а тут, друзья, ну а тут, ой, смотрите, там вылазит, скоро вылезет. Так, друзья, вот так вот яйца подправляю по-быстренькому и закрываю инкубатор. Не буду долго его держать. Все, сейчас ночь, друзья, поэтому я вот вытащила этих двух цыпок, чтобы они мне тут не кричали в яйцах, да? Вот. Сейчас пойду проверю еще своих цыпляток старшеньких. Вернее, они не старшеньки, они средние цыплята. У меня есть старшие цыплята, которым уже почти 1,5 месяца. А уже вылупляются, получается, младшие цыплятки, да? И есть еще средние цыплятки, которым почти 2 недели. Так вот, я их определила в брудер. И сейчас вот проверяю, как они там. Потому что брудер не в доме находится, поэтому я бегаю и смотрю. Так, друзья, вернемся к яйцам. Посмотрите, посмотрите. Видите? Вот, с наклевами. Пищат. Все хорошо, да? Должно быть все хорошо. У этого. Ага, вот она, клевчик есть. Так, это яичко, друзья, вот показывала. Не знаю, выживет там цыпка или нет. С кровью. Вот. Или цыпленок, который тут бегал по инкубатору, может быть, клюнул туда, понимаете? Вот, и поранил цыпленка. Либо, не знаю. Что тут произошло? Но цыпленок там живой, двигается. Я его не расколупываю, потому что еще рано ему выходить, потому что там есть кровь. Вот так. Ну, посмотрим, друзья, вылупится отсюда цыпленок или нет. Будет ли он живой и что с ним будет вообще. Посмотрим, да? Так, давайте я это яичко вот так переверну, чтобы они меня смотрели в одном направлении. А вот тут наклевчик есть. В этом вроде нету, да? А ну я его послушаю, друзья. Послушаю. Угу. Вроде ничего не слышу, но может мне это кажется. Все. Вот этот следующий на очереди. Видите, какой прыткий. Все, друзья, закрываю. Не буду долго открытым держать. Говорю, не буду, а сама держу, да? Вот тоже. Что за человек такой, да? Ну, не могу оторваться от этого зрелища, интересно. И вот цыпка тоже. Ой, друзья, мне прям будет интересно следующее открытие коробки этой.
крышки инкубатора. Что я тут вижу? Мне прямо, ну, интересно, сколько штучек вылупится. Ну, а тут цыплятки приняли, да, свои ряды. Смотрите, как они мирненько спят, а. Какие они хорошенькие. Да, цыпочки, фу-фу-фу, чтоб не сглазить. Ой, ну спите, спите, малыши, отдыхайте. Вам надо набираться сил, да. Сейчас 4 утра, и цыплята вот эти вот, которые тут вылупились, они просто не дают спать. Кричат и кричат. Придется залезть. Ну, посмотри, посмотри, что тут делается. Что ж вы мне тут кричите? О, боже мой, сколько вас тут? Сколько вас тут штук? Эй, цыпки! Кто из вас тут самый горластый? А, господи, сколько вас тут штучек? Малыши, карандаши. Ну, давайте посчитаем. О, посмотрите, красавчики. Боже мой, это вот эти самые горластые, да? Ты горластый. Ой, этот мокренький. Ну что, будем убирать. Давайте тут по-быстренькому, да? Уберу вот это вот. А что ты так кричишь? Что ты тут так кричишь? А? Господи, опять одни черненькие. Черненькие, черненькие. Ну ты посмотри, как он кричит, а? Дай сюда, дай сюда. О, одни эти. Одни спорлюбочки. Давай, давай. Сейчас я все это быстренько, друзья, уберу. И цыплят уберу отсюда. Не дают они спать, понимаете? Уже вынуждена была вот сюда прийти и разобраться с ними. Да, все вроде бы, да, друзья, нету, а вот еще есть, вот, ну, еще сейчас цыпляток перенесу и посмотрю, еще много есть, друзья, не вылупилось. Так, давайте быстро посчитаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть, так, по-моему, 13, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, да. Ну что ж, идем. Чтобы мне тут не кричали. Все. Вот так. Беру по два и сюда несу. Опа, опа. А здесь тихое царство. Смотрите, как вскочили. Так, кто следующий? Кто? Дай следующий. А? Ну, крикун, вот этот крикун. Крикун. Давай, иди сюда. Иди, малыш, иди. Вот так. Так, сколько у нас тут уже? 4, да? Убрали 4. Так. Давай, иди сюда. Крикун. Да, 6. Убрали 6. Так, друзья, 8. Мокренького прихватило. Ну, пусть уже здесь сохнет, да? 8. Так. Давай. Господи, ну вы так и кричите. Это капец какой-то. Так, 10. Ну, вот у этого половина сухая. А у этого, друзья, мокроватая, да? Только вылупился тоже недавно, мокренький еще. О, смотрите, сидит посредине. Что ты орешь? Горластый такой. Давай тебя возьму. И тебя сразу возьму.
Давай, чтобы мне здесь инкубатор не был открытый долго. Вот сразу, друзья. Ой. Да я так у вас возьму. Хочу сразу, понимаете? Вот сразу одной рукой. Ох, смотрите, вот так, комочков. Комочки. Делаю сразу. Троих. Все. Вот так. Все. Ой, какой я тут. Какое тут уже столпотворение, да? Но еще нас мало. Мы еще не все. Так. Потом с вами будем разбираться. А тут мне надо разобраться, друзья, по-быстрому. Опять же, с этим. Правильно? Опять же, надо по-быстрому разобраться. Вот так, сейчас я их поставлю. О, смотрите, смотрите, лопится, сейчас вылупится. Ишва, вылупишься и будешь мне кричать тоже тут на всю округу, да? И будешь мне тут кричать. Ой, смотрите, лупится, лупится. Тоже. А здесь наклевчика нету, но что-то там шевелится внутри. Ой. Смотрите, видите как? На ваших глазах лупится, друзья. Пока направлю на него, и яйца тут поскладываю. А то раскидали тут, ты посмотри на них, а? Навели тут порядки. Управились. Давай вылупливайся, давай, малыш. Я тебя заберу, а то будешь мне тут орать. Так, все, друзья, закрываю. Не хочет он вылазить по-быстрому. Не хватит. Ждет. Вот. А я это все сейчас тут закрою. Вот так вот поставила. Все тут разложила, друзья. Все. И будем ждать остальных, друзья. Наклевочки есть. Вот они тут. Вот наклевочки. Вот, чтобы они вылупились. Вот наклевочек. Ну, везде, везде маленькие есть наклевочки. Но не на всех яйцах, если честно. Не на всех. Да, это обидно, конечно. Хочется, чтобы вылупились. Вот тут есть наклевочки. А я шарю. Черти где. А я смотрю на другие стороны. Вот наклев. Так, все, друзья. Все. Закрываю. Ну ты посмотри на них. Шумели ж мне тут, друзья, заставили, просто заставили сюда залезть. Все, ждем. Вот этого хочу дождаться. Ну, сейчас закрою инкубатор, а потом. Если он сейчас вылупится в течение 5 минут, то я его достану. Если нет, будет уже мне сидеть. Ну, если он мне даст, конечно. Спокойно тоже. Спать. Тоже будет один орать, да? Найдется же такой один горластый, который не даст спать. Так, ну а вы тут что? Помирились, а? Вы тут нашли общий язык, а? Нашли общий язык, а? Цепи. Цепи, мои маленькие. Ой, тут под лампочкой вам тепло. Да, давайте, грейтесь. Давай тебя под лампочку, давай, вот сюда. Здесь будет теплее, давай. Вот так. Вот так, малыши-карандаши, идите. Вот такие они уже шустрики. А эти старшенькие какие же большие, самостоятельные, да? Все, пусть цветки отдыхают, и мы будем отдыхать, да? Будем ждать остальных. Thank you.
Опа, раз, опа, раз. Посмотрите, что тут у нас делается. Посмотрите, что у нас тут делается. Ой, какие красавчики. Боже ж ты мой, сколько вас тут уже. Но не все, не все друзья вылупились. Так, сейчас у нас 9 утра. Так, что вы тут поналепили? 9 утра. И получается, что середина 21 дня инкубации. Друзья, вылупление цыплят продолжается в пластиковом инкубаторе. Вот наши красавчики. 4 цыпленка отсюда. Сережка мне помог, вытащил ранее. То есть в той коробочке, вот в этой. Вот в этой коробочке, малышня. Там 29 цыплят, друзья. Вон они все прекрасненькие. Раз, прекрасненькие. Сереж, бери цыплят, отнеси туда в коробочку. Ой, Сережка мне помогает. А голошейных нету. Так же, и считай, сколько их. Это второй, да? 3, 4, 5. Ой, смотри, с хохолком. А ну, ну подожди, подожди, подожди. Давай посмотрим. Он с хохолком? Подожди, Сереж. Что-то непонятно. С хохолком, да? Смотри, смотри, у него хохолок. Ты считаешь цыплят, ты там туда тащишь? Серёнь, а то я уже сбилась. Что-то я на этого красавчика прямо смотрю и все. На, 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 это, хотела сказать голошейный, это ж хохлатый. Друзья, голошейного больше нету почему-то. Только один, только один. Ну что ж такое, почему только один? А этот такой мокренький. А ты что лежишь? Ты что лежишь? Так, все цыплятки пока мне, друзья, на лапках ходят. Все хорошо с лапками. Дай бог, чтобы больных цыпляток не было. Ой, как хорошо, когда есть помощник. А я только наблюдаю за процессом. И что, сколько цыпляток? 9, по-моему. Так 9 или 10? Ёшкин кот! Сколько у нас цыплят-то? Вот так, 9 или 10. Нормально, друзья? Вот так мы посчитали цыплят. Ладно, давайте, давайте представим, что 9, да? Если 29 цыплят было в коробочке и плюс 9, то это сколько у нас будет? 38. Друзья, напоминаю, что у меня здесь 61 яйцо было в инкубаторе. Так, о, о, смотрите, вот наклевчик. Вот там цыпленочек пищит, пищит, пищит. И вот наклевчик. Так, друзья, во всех яйцах. Ну, давайте я быстренько проверю все-таки, да? Чтобы были наклевы. А здесь. Ой, стучит, стучит цыпленок, друзья. Наклева нет, но там цыпленочек стучит. Стучит. Как нету? Вот наклев. Нет, это не наклев, это. Или наклев. Нет, нет. Это от другого яйца запачкалось яичко, когда цыпленок вылуплялся. Вот. Вот это наклевчик. Вот. В общем, друзья, напоминаю, опять же повторюсь, что у меня было 61 яйцо в инкубаторе, да? Но не заложено. Не заложено. А на последнем этапе развития 61 яйцо оставалось с живыми зародышами. Вот здесь нету, да, наклёва. Ой, друзья, пищит, представляете, пищит. Там живет цыпленок, он должен выйти, выйти. Ну вот, 61 яйцо, да? И минус, сколько я сказала? 38. Сережа, сколько это будет? 61 минус 38. 23. Вопрос на засыпку. Ну, Сережки с математикой хорошо. У меня тоже, в принципе, но я сейчас мой мозг занят другим. Считать я не могу сейчас. 23. Сейчас проверим. Сейчас мы по яйцам посчитаем. Так, здесь оно. Ой, пищим. Я так рада, что они пищат. Если нет наклёва, но пищат, это будет скоро наклёв, значит. Друзья, вот этот цыпленок, я его все время смотрю, не знаю, он там дышит, может его расколупать. Пока я его не трогаю, там, где вот была кровь, была кровь. И он запищал, да, этот цыпленок или другой? Вот этот уже лупится. Так, считаем, друзья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 22. Раз, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 22 яйца. Неправильно, неправильно. Давай, давай по-другому крышечку. Ага. Вот, вот. Давай. Ой, ой, тихо, тихо.
Вот, закрываем. Так, друзья, сейчас закрыли. Вот так накрываю крышечки, чтобы быстрее поднялась температура. Должна быть 38. Как наберется 38 температура, вот эти крышечки вот так снимаю полностью. Закрываю сейчас, но надо потом открыть, не забыть открыть. Значит, друзья, мы сейчас забрали не 9 цыплят, а 10. Вот. 29 плюс 10, 39 цыпляток. Здесь коробочки. И осталось еще 22 цыпленка дождаться. Итого у нас будет 61. Надеюсь, все цыплята, друзья, вылупятся. Но вот то яйцо, которое я вам показала с кровью, да, изнутри, вот под вопросом. Я даже не знаю, что там будет. Вылупится ли цыпленок? Колупать не хочу, потому что боюсь, что будет весь цыпленок в крови. И это, друзья, будет инвалид. Поэтому я его не колупаю. Пусть он там дозревает, как ему надо. Суждено родиться, значит, он родится. Суждено остаться в яйце, значит, он там останется. Но инвалида я не хочу получить. Я хочу, чтобы все цыплятки были здоровы. Красавчики. Сережка, ну возьми кого-нибудь в ручки. Смотрите, какой черненький, так хочу его. Ой. На ручки взять. Слушайте, прям красавец. Столько у меня черненьких, друзья. Вы помните, я переживала. А вот этот галашейный, не могу нарадоваться. Вот один, друзья. Может, еще один родится все-таки галашейный. А? От кур старушек. Надо, чтобы еще от кур молоток был галашейный цыпленок. Но нету, друзья, видите, нету. Прямо редкие случаи, друзья, рождения галашейных цыплят. Ой, а вы знаете, какой он резвый, какой он прыткий? В общем, друзья, смотрите, сколько сереньких цыплят. Капец. Но они еще поменяют свою расцветочку. Вот это тоже у меня красавчики, друзья. Это красный петух тут сыграл свою роль, да? Вон, красавчики. Все красавчики. А это, наверное, от адлерских. Вот беленькие. Вот этот 100 пудов. Он больше похож. Но поместный. Это уже не будет адлерский. Хотя, друзья, посмотрим. Они, когда маленькие, адлерские, они идут вот такой расцветки. Через недельку мы увидим, какого будет цвета этот цыпленок. Но вот этот цыпленок, это явно от адлерской курочки. Но петушок не адлер, поэтому это уже поместный цыпленок, друзья. Поместный. У меня все цыплята поместные, все красавчики. Красавчики, вот такой тоже интересная расцветка. У меня такая курочка есть. Очень хорошая несушка, друзья. Вот такой расцветочки. Ну, может, не от той курочки, а другой. Вообще они у меня все хорошие. Все. Вот это тоже. Ну, боже мой, красота. Красота, красота. Мы ведем с собой кота. Кошку-забияку и с собой собаку. Да? Вот так, друзья, настроение у меня поднялось, когда я вижу вот такое чудо во множественном числе. Вот такой цветной пушистый ковер. Коробочки у меня, друзья. Посмотрите, я рада. Все цыплята на своих лапках. Но еще под вопросом, да, вот эти цыплятки, которые еще полностью не ходят на своих ножках, да, они под вопросом. Как они будут ходить? Потому что пока я не убежусь, что цыплята ходят на обоих лапках, я не успокоюсь. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Вот они как передвигаются, друзья. Я коробочку закрываю. Вот так. Вот. Им тепло. Да, малыши, календаси. И сейчас, друзья, пришло время, когда им надо уже налить водичку. Я им поставлю в два угла стаканчики с кипяченой водой. И насыплю корма. И старшенькие цыплятки, которые постарше, да, первые вылупили самые, они должны пробовать корм и начать кушать. Ну, что тут делается? Ага. Еще 4 вылупились. Да, как мы кричим, да. Как мы умеем громко пищать. Ну да, кто кого переключит. Он, друзья, видите, мои самые-самые старшие цыплятки. Нам уже, друзья, сколько? Ну, почти полтора месяца. Еще пару денечков и будет полтора месяца. Самые первые цыплята этого года.
И, кстати, в этом инкубаторе инкубировались, в пластиковом. Ну что же, давайте я их отсюда заберу. Шмакодявок этих, да? Друзья, сколько у нас было? Вспомнить надо. 39, да? 39 плюс 4, 43. Идем, идем. Идем, малышня. Попка чистая? Чистая попка. Давай, давай, иди. Иди, иди. Ну что, мои хорошенькие, что мои хорошенькие, отдыхаем, да. Водичка, водичка у цыплят уже стоит в стаканчиках. Некоторые цыплятки уже попробовали водичку на вкус. Корм я им тоже подсыпала, есть на подстилочке. Вот, цыплятки еще не понимают. Так, некоторые дёбают, но кушать они еще не кушают. Водичку только пробуют. Ну, первые сутки, друзья, цыплята и не будут кушать. Здесь есть цыплята, которым уже просто есть сутки, которые вылупились у меня самые первые, да. Вот. Они уже, конечно, могут и попробовать покушать. Да, цыпочки мои? Ведь я вас немножко поселю, тут поселю. Комочки, комочки, комочки. Вот эти мы комочки. Тепленькие, да, тепленькие мои хорошие. Давайте, лупитесь уже до конца, лупитесь. Да, малыши. И я вас буду делить по коробочкам. Сейчас им пока не тесно, друзья, в этой коробке. Потому что они обсыхают. Сейчас главное, чтобы эти цыплятки не замерзли. Вот. Высохли. Ну, а дальше же будем их кормить и разделять на порции. Разделять будем на порции. Тоже красавец. Друзья, вот цыпленок вылупился с яйца, где был наклев с кровью. Помните, я вам показывала, да? Вот оно. Вот оно, вот оно. Так, ну не будем на нем заострять внимание, да? Это у нас 1М. Вот. Нумерацию я помню и буковку М тоже. Вот он, этот цыпленок. Я его оставила здесь, чтобы посмотреть, друзья, ходит он мне на ножках или нет. Пока вроде бы ходит, но еще непонятно. Пусть он пока здесь обсыхает, друзья. Ой, цыпочка, цыпочка лопится, лопится, лопится. Так, 3, 4, 5, 6, 6. Так, здесь что? Так, 7 с наклевом. Вот 7 яиц с наклевом, друзья, и 3 яйца. 3 яйца без наклева. Так, что тут у нас, друзья, делается? Пока обсыхал тот цыпленок, о котором я вам говорила, да, у меня вылупились еще 3. Опа! Ой, малыш, тебе тут что-то прилипло, да? Прилипло что-то там. Да, прилипло. Так, убираем, убираем. Вон тут везде эти скорлупки. Так, друзья, смотрим. Этот цыпленок на лапках стоит, а эти мокренькие. Значит, этот цыпленочек, да? Так, что тут у нас? Попка и все хорошо. Я не могу понять, друзья, почему яйцо было внутри в крови. И цыпленок-то чистый, он не грязный, он не в крови. Непонятно, непонятно, друзья. Ну, слава богу, что все хорошо. Вот и на ножках. Так, ты что, на ножки становишься? Эти цыплятки только вылупились. Вот. Так, этот лупится. Ну, что-то он, слушайте, друзья, у него присохло, да, присохло. Вот этому цыпленку, друзья, вот этому цыпленку надо помочь. Вот это вот... Внутренняя пленочка, она прилипла к нему. Он бы уже вышел. А так он не может. Вот пленочка присохла. Вот этому цыпленку, друзья, помогу. А как помогу? Просто
помочу немножечко вот эту вот пленочку водичкой. И все. Так, ничего, друзья, не поменялось. Три яйца, которые были без наклева, они так и есть. Без наклева, да? Да, друзья, наклева пока нету. Ну, ждем вот этих троих цыплят. 6 яиц, да, осталось. Ну, вот это, как я уже сказала, буду... буду помогать цыпленочку. Так, ну все. Переношу цыпляток. И... слушайте, друзья, а вот же еще одно яйцо. А я и не заметила. Вот, ё-моё, куда смотрю? 7 яиц. 7 яиц, друзья. Так, еще раз осматриваем инкубатор. Эй, как мы валяемся. Валяемся, есть где валяться, друзья. Уже нету столько яиц. Друзья, вот так вот я его расколупала. Без воды расколупала пленочку. Но полностью не стала. Пусть сам уже... пусть сам немножко уже... приложит усилия и выйдет яичко. Ну, а тут посмотрите. Посмотрите, что делается. Сейчас я открою побольше коробочку. Вот это вновь прибывшие, видите? Мокренькие цыплятки. Один. Где второй? Вон второй. Слушайте, столько темненьких, да? В этой инкубации еще больше. У меня темненьких. Но они какие-то, друзья, другие. Во второй инкубации у меня больше было вот таких вот цыпляток. Видите? Вот таких вот цыпляток больше было. Вот они. А в этой инкубации уже их поменьше. И больше у меня вот таких вот сереньких. Вот. Черненьких. Красавчиков. Водичку уже пьют, друзья. Вот. Выпили мне по полстаканчика водички. Уже подсыпаем корм. Цыпка, а ты еще тут спрятался. Друзья, надо будет еще всех цыпок мне потом, да? Когда все закончится. Закончится весь вылуп. Все цыплятки вылупятся. Которые захотят вылупиться, но надеюсь на это. Надо будет каждого цыпленка поставить на ножки и проверить, чтобы они стояли. Слушайте, какая интересная расцветка. Вот это. Прямо, слушайте, коричневый. Стой, типа, сейчас упадешь. А ну, давайте сюда. Прям такой, слушайте, он коричневенький. Красавчик. Такая интересная расцветка. У меня таких не было, друзья, еще. Вот здесь постарался наш петушочек. У меня их два, конечно, красненьких. От кур-старушечек. А с ними петушок. Два петушка с ними. Молоденьких, красненьких, да? Оп-оп-оп, сейчас свалишься мне. Сейчас мне свалишься. Такая интересная, друзья, расцветочка. Вот и мой маленький. Идем, идем. Идем, малыш. Идем, маленький. Идем. Опа. Друзья, я вам говорила, что у меня еще один голошение есть. Вот, где он тут. Ну, я его сейчас и не найду. Не найду. А, вот нашла, нашла, нашла. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он, вот он, вот он. Вот он. А ну вставай давай. Дай я тебе покажу. Дай, дай, дай. Покажу тебя. Слушайте, ну он такой вот распушенный. Он другой. Этот голошейный другой. Слушайте, он что, с хохолком еще вдобавок? Что-то я не поняла. Ты что, мне еще с хохолком? Ну ничего себе, друзья. По-моему, он с хохолком, да? Или так кажется? Да не, мне не кажется. Ну, посмотрим, друзья. Да, он такой интересный. Ой, симпатяшка, друзья. Два голошейных цыпленка. Да. Иди, иди. Иди. Ну, друзья, мне все нравятся. И вот этот вот прям коричневенький, который. И вот этот, и вот этот. Тоже такой. А, это у нас голошейный такой.
Где-то был еще такой. Вот он, вот он. Вот, тигрята. Маленькие тигрята. Они мне так нравятся. Слушайте, клюются за пальчики. Уже клюются за пальчики. А ну давай я вам подсыплю немножечко. Давайте, давайте. Типа-типа-типа-типа. Типа-типа-типа-типа. Давай, давай, будете кушать? Будете. Давай сюда подсыплю. Чуть-чуть, они сейчас много не кушают. Давай, давай, вот так. Все. Так, что-то они мне тут типку вот этого вот прямо... Малыш, затоптали тебя, да? Затоптали. Не трожьте малыша. Не трожьте. Давай, малыш, давай. Ну, рано, наверное, да, сюда закидала? Или не рано? Эти уже вроде такие большие, да? А вновь прибывшие такие малолетки. По головам по ним ходят, понимаете? Да. Ой, цирки, смотрите, смотрите. Как они уже начали прыгать. Так, ты не в той зоне сейчас находишься. Иди сюда. Вот сюда иди. Вот. Они, друзья, отдыхают, эти цирки. Маленькие, да, которые только вылупились. А этим-то шо? Этим уже пожрать надо. А вот эти цирки в уголочке забились. Спят. Да? Друзья, еще чуть-чуть потерпеть цыплянкам. И все, я их буду делить на две коробочки. Что поделать? Пусть терпят. Видите, насыпала, они даже не кушают. Типа. Давай, кушай. Что же я насыпала кому? Давай. Типа. Кушайте, давайте, кушайте. Есть тут что кушать? Есть. Давай, желающие, налетай. Сейчас у нас раннее утро. Цыпки уже вот кушают. Но не все, частично. Вода стоит у них постоянно в стаканчиках. Ну а здесь, друзья, только вышел вот этот цыпка, потому что его не было. Вон он, малыш. Так, вот этот цыпленок, друзья, это цыпленок, которому я помогала. Сухая была пленочка на нем. Я наполовину его расколупала, я вам показывала. Вот. Я оставила в инкубаторе для того, чтобы видеть, как он будет мне передвигаться. Давай, будешь ходить? Будет, друзья, он стоит на двух ножках. Ура! Все, этот остается в инкубаторе. Этого я переношу до цыпляток. Вот они, мои цыпки. Все, он уже обсох. Более-менее так, да? То есть его не затопчут там цыпки. Ну, они и так, конечно, не затопчут. Но все-таки, чтобы быть уверенной, что он нормальный, я его оставила в инкубаторе. Друзья, получается так, что у меня уже, как я сказала, утро, да? И то есть 21 день инкубации у меня закончился. И вот этот цыпленок, он вылупился на 22 день инкубации. Вот, посмотрим, какой он будет. Я его здесь в инкубаторе оставлю. И осталось, друзья, 5 яиц. Цыпленок, друзья, тут еще работает. Здесь тоже наклев больше пошел. Ну, а вот в этих яйцах, друзья, 3 яйца. Так ничего не происходит. Наклевов нету, ничего. Только в одном яйце. Внутри шубуршит цыпленок, но не более того. Выйти он не может. И, скорее всего, вот эти три яйца не вылупятся цыплята. Ну, вот с этих двух должны вылупиться, конечно. Но будем смотреть. Я, конечно, закрываю крышку инкубатора и продолжаю инкубировать яйца. Все, этот цыпленок остается здесь. Посмотрим, будет он на ножках ходить или нет. Мне главное, что, чтобы не был инвалидом. Правильно, друзья? Пока все цыплята вроде на ножках ходят. Ну, посмотрим. Всех цыпляток,
всех пересмотрю, естественно. Потому что в такой куче, такой свалке можно и не заметить, да, больного цыпленка. То есть цыпленка, который не может на ножки встать, да, или на одну ножку. Это уже будет инвалидик. Но, друзья, пока вроде бы я этого не замечаю. Ну, посмотрим. Надеюсь, что у меня их нету. Вот. Сейчас утро. Я тут занимаюсь делами домашними. Основными. Мне надо сходить тоже с ребенком к врачу. И потом я приду, друзья, и буду разбираться дальше уже с этими цыплятами. Итак, друзья, инкубатор я отключила. Вот он грязный стоит. Его надо теперь мыть, дезинфицировать. Вот, и убирать. Значит, цыплятки. У меня больше никто, друзья, не вылупился. Значит, 5 яиц оставалось у меня в инкубаторе, да? Побегайте, побегайте, я вас покажу. Давайте сейчас я их покормлю. Давайте покормлю. Он слышит голос старшей цыплята и начинает тоже пищать. И пищать. Хотят внимания. Типи-типи-типи-типи-типи. Малыши, давайте, давайте. Давайте, кускайте, кускайте, кускайте. Давайте, давайте. И на голову такие. Кускайте, давай, давай. Вот так. Давай, кушай. Итак, друзья, 5 яиц, которые оставались у меня в инкубаторе. 2 яйца с наклювом. Яйца замерли. Они не вылупились, цыплята, с этих яиц. 3 яйца. Там, где не было наклёва, естественно, цыплята тоже замерли. Одно яйцо, там, где я слышала постукивание изнутри яйца, друзья, я попробовала, конечно, расковырять. Но цыпленок был там в крови, и как бы толку с него тоже бы не было. Поэтому лучше вот все-таки яйца не трогать, друзья. Значит, вот эти два яйца, где был наклёв, да, не хватило цыпляткам сил вылупиться. Они замерли. В общем, 5 цыплят не вылупились. Итак, друзья, 61 яйцо у меня было на последнем этапе развития. Вылупилось 56 цыплят. Но заложила, друзья, я 71 яйцо в инкубатор. И 10 яиц я отбраковала на разных этапах развития. 4 яйца были не оплод, и 6 яиц были замершими. 2 яйца у меня были кровяные кольца, и 4 яйца в начале инкубации, где-то в середине, на 11-й день инкубации, я отбраковала эти яйца. Зародыши там замерли. И начиная где-то с 12 дня инкубации, 61 яйцо у меня оставалось в инкубаторе. И до последнего, друзья, до последнего зародыши были живые и двигались яйца. Но, видать, чего-то вот не хватило 5 цыпляткам, да, последним, которые вот не вылупились. Итак, друзья, 56 цыпляток у меня, все разные, красивые. Все, долго уже наговорила много вам. Больше ничего говорить в этом видео не буду. Единственное, я хочу сказать, что вот все цыплятки на ножках. Да? Да? Тут что? Спим? А ну? Этот самый молоденький, да? А ну, давайте посмотрим. А ну? Это последний, друзья. Последний. Ему надо отдыхать. Идем отдыхать. Иди, иди, иди отдыхай. Все остальные на лапочках. Все хорошо, друзья. Ты тоже? Там, где сомневаюсь, друзья, вот вытаскиваю, вам показываю. У нас еще, смотрите, какие тут сапожки на ножках. О, какой мы красивый, да, какой мы красивый цыпленок, да. Все, все, всем спасибо большое за просмотр. Кто участвовал и наблюдал за нами, всем большое спасибо. Ждем новых видео, да, ждем продолжения. Ой, ой, он меня еще хочет кушать, кушать. Ух ты, какой прыткий, ты посмотри на него. А ну, а ну.
Какой мощный, слушайте, ну прямо красавчик, красавчик. Все, хватит, не буду больше говорить. Все, заканчиваю свое видео, заканчиваю. Всем пока.